Полицейские Асбеста выявили факт мошенничества с жильем местного жителя. Годом ранее мошенница уже была осуждена за аналогичное преступление. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России Асбестовский установили причастность ранее судимой гражданки 1971 года рождения к мошенничеству с жильем местного жителя. 23 марта в полицию Асбеста обратился гражданин 1974 года рождения с заявлением по факту мошенничества, совершенного риэлтором, женщиной, которая в период с февраля по апрель 2016 года путем обмана и злоупотребляя доверием оформила от его имени доверенность на совершение сделок с недвижимым имуществом заявителя. Злоумышленница обещала содействие в приобретении трехкомнатной квартиры взамен имеющейся у клиента двухкомнатной. Она продала недвижимость гражданина, однако, получив от него доплату в размере 120 тысяч рублей, не предоставила ему обещанную квартиру. По результатам проверки в отношении данной гражданки следственным отделом МВД России Асбестовский возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по статье – 10 лет лишения свободы. Следует отметить, что в 2016 году злоумышленница уже была осуждена Асбестовским городским судом за аналогичные преступления и приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.